Как известно, наша страна с 1 января 2019 года перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. На улицах Ирбита уже заметны перемены к лучшему. Многие горожане отмечают, что улицы и дворы города стали чище, то есть усилия регионального оператора спецавтобаза становятся все заметнее. Однако порядок зачастую зависит и от дисциплинированности самих ирбичан. Первые евроконтейнеры появились в нашем городе меньше года назад. Но некоторые из них уже пришли в негодность. Просто потому, что ирбичане умудряются выбрасывать в них все подряд. Даже землю с приусадебных участков. В баке можно выбрасывать мусор, который подходит под рамки ТКО, твердые коммунальные отходы. Это тот мусор, который накапливается в нашей повседневной жизни. То есть это бытовые какие-то отходы, мусорные пакетики, обувь, одежда. То есть и мелкий пластик. То есть это разрешено выбрасывать в контейнера. Строительный же мусор, остатки кирпичей, бетона, разборы стен и крыш к твердым коммунальным отходам не относятся. Именно эти отходы из-за своего большого веса и портят евроконтейнеры. Почему в контейнера нужно выбрасывать мусор, тот, который подходит к ТКО? Потому что он легче, а строительный мусор он тяжелее и он просто ломает эти контейнера. То есть при погрузке контейнер становится очень тяжелый, и прихват у автомобиля с трудом справляется с этой ситуацией. К счастью, крупногабаритный мусор жители выбрасывают правильно. Складируют на контейнерных площадках отдельно, и его вывозит специальная открытая техника. Лариса Воложанина, Владислав Бурулев, Павел Тимофеев. НТС «Ирбит».